Говорят, чтобы хорошо спать, надо заплатить налоги. Интересно, кто-то сегодня может позволить себе такое дорогое снотворное? Ну что, Петров, все читаешь? А я только вот с проверки вернулся. Что ни говори, а главное вот в работе налогового инспектора – это принципиальность, бескомпромиссность и трудолюбие. Работа и тьма. Тьма. То табачную лавку проверишь, то в винном магазине какое-нибудь нарушение найдешь. Ну, что ты молчишь? Я говорю, не бережем мы себя, не бережем. Гробим на работе. Тихо, 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 тихо. Просто мне сегодня из косметического салона отчет приносили. Я что приехал? Ты знаешь, по-моему, у меня начинаются проблемы с налоговой. Что-то неспокойно мне сильно. Так ты сделай, как я. Как? Ну как, у меня одна машина на жене, вторая на брате, квартира на отце. Так а дом? Домина же главное. Дом-то как? Так что дом? Дом у меня вообще на теще, понял? Нет, это не пойдет. Да ну ее, она или дом продаст и с деньгами смоется, или налоговые ее раскрутит, до всего докопаются. Нет. Ну, во-первых, никуда она уже не смоется. А во-вторых, никто до нее не докопается. Почему? Я же сказал, на теще дом. На теще. Не докопаются, нет. Вы все это берете? Да, беру. Так. С вас 35 500 рублей. Приятно? Приятно иметь дело с солидным клиентом. А вы это как карточки принимаете? Карточки принимаем. У вас какая? А у меня вот такая. Вопросы есть? Нет. Ну, я пошел. До свидания. Сдачи не надо. Спасибо. Боже мой. За что? За что? Кошмар. Господи, где мой валидол? Где? Анатолий Степанович, вызывали? Да, садись. Поздравляю, Губкин. По твоему району сдача налоговых деклараций практически стопроцентная. Как тебе это удается, не знаю, но молодец. Есть какие-то там свои нестандартные наработочки. Ну вот, к примеру, такой мягкий вариантик, это мы рассылаем. Получив это письмо? Получив это письмо, заполните вложенную в конверт декларацию. Разошлите еще 30 таких же деклараций по 30 адресам. Если вы так и сделаете, то вам будет счастье. Молодец, Губкин. Спасибо. Творчески подходишь. А народ ведется, ведется, Анатолий Степанович. Ну или вот такой вариантик, немножечко у нас жестче. Поэкстремальнее чуть-чуть. Мы про тебя все знаем. Мы про тебя все знаем, падла. Заполни, падла, декларацию. Там один раз сел. Мы про тебя все знаем, падла, а наши уже заполнили декларацию и так далее. Заполни декларацию и ровно в полночь положи ее под третью урну в городском саду. А если ты этого не сделаешь, то мы так тебя... Так это твоя работа. Что ж ты, гад, делаешь?
Я же из-за тебя уже третий день валидол сосу. Андрюша, Стой! Что такое? Что? Ну и что? Что? Ты что мне подсунул, ты, гад? В чем дело? Я ничего тебе не подсунул. Ничего, не надо, да? Залезешь, хватит в шифонер и будешь вот так вот дверями хлопать. Что ты из меня лохотрончика делаешь? Кричу-верчу, обмануть хочу. Вот что, вот это, что это? Что? Вчера все по-честному было. Ты мне машину, я тебе 10 тысяч баксов. А сегодня ты садишься сюда и сразу с разборки начинаешь. Баксы? Что? Это фальшивка, это бумажки. Вот это вот бумажки все, вот это вот. Дружище, ты говори, да не заговаривайся, ладно? В моей уже машине. Как же ты можешь так про деньги? Ты знаешь, что это такое? Это доллары, понял? Вот это. Посмотри внимательно смотри. Я показываю, вот это президент. Ты президента видишь, это Франклин. Он смотрит на тебя, тебе не стыдно? На тебя президент смотрит. Смотри, полосочка металлическая есть, водяные знаки есть, на изгиб, на излом, как хочешь. Рельеф прощупывается, это доллары. И вот номера идут. Номера? Да. Вот именно, номера. Они у тебя в этой пачке, между прочим, подряд идут. А, дружище, прости, ты просто не понял. Не, ну давай я тебе по-нормальному объясню. Значит, смотри, это просто ты деревня, понимаешь? Это банковская упаковка, понимаешь, дружище? Банковская. И здесь номера идут по порядку, понимаешь? Это естественно, так должно быть, дружище. Ах, так должно быть? Да. Вот так должно быть, да? $100. 100. 101 доллар. 101. 102 доллара. 102. 103 доллара. 104. И так далее. Все. Выйди из моей машины, а?